Ловкость, меткость и быстрые ноги – далеко не все таланты, которыми должен обладать настоящий футболист. Юные спортсмены на собственном опыте убеждаются – футбол – настоящая тренировка мозга. Нужно давать пасы, играть вместе. Ну, говорят, пас, обманные маневры, можно пасовать. Второклассники из 150 самарских школ сформировали команды и сражаются за звание самых сильных, ловких, умелых. Турнир «Крылья мечты» стартовал в Самаре во второй раз. В ходе этой игры образуются и такие школьные коллективы, упрощается дружба, взаимопонимание между мальчишками. Завтра, я уверен, многих из них мы увидим уже на международной арене, на всероссийской арене, в профессиональных клубах. Но вот благодаря таким турнирам, я считаю, мы сможем достичь каких-то весомых результатов в области спорта. Попасть в большой футбол реально. За игрой на поле наблюдают не только болельщики, но и профессиональные тренеры клуба «Крылья Советов». Самых талантливых мальчишек они берут на заметку. Победителей турнира определят через месяц. Финальный матч пройдет на стадионе «Металлург». Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.